Добрый вечер, дорогие друзья. Теперь давайте еще раз добрый вечер. Как зовут мужчину, который дружил с малышом и за спиной у него был пропеллер? Так, стоп. Дело вообще есть такие шикарные движения. Прям танцуйте, как мой отец на выпускном. Наверное, я ваш отец. Неожиданно, да, бывает вот такое. Этот предмет пригодится тебе во время танца? Да. Да? Ну, конечно, а вдруг кто-то не согласится все-таки, да? Действительно, вещь-то полезная. И самые лучшие в мире гости! Еще раз! Жених! Жених, жених! Жених, невеста! Два прекрасных ангелочка только что отрепетировали. Как прошла репетиция? Хорошо. Вам все понятно? Да. А что вы делать будете? Забыли уже? Да. Если они вас увидят, соответственно, невеста будет спасена. А часто бываете на свадьбах? Нет. Первый раз? Нет. А какой раз именно? Я думал, вы сейчас скажете нет. Я думаю, впереди у нас неповторимый волшебный вечер.